Так, ребята, монстр мы ковыряли. Недельку, ну как недельку. Так, два выходных, короче, ковыряли монстра. Отремонтировали ему немножко амортизаторы спереди. Сзади еще не поставили, но потом поставим. Короче, он передвижется. Аккумулятор заряжается. Гидравлика на руль тоже работает. Все отлично, да? Вообще все нормально. Эй, не помни мою машину. Олень. Еще немного. Но, в принципе, кабеля хватит. Сейчас, короче, этого ставим на место. Нашего серебряного. И загоняем его. И завтра будем делать новый проект. Завтрашнего дня начнется. Так, у нас 20 июня мы уезжаем в оффроуд. Мы его подготовили сперва этот. Теперь гараж освободился. И мы будем его переделывать. Что мы с него будем делать? Что-нибудь? Все увидите. Военная тайна. Давай завтра ему отрежем просто жопу. А? Жопу отрежем. А, у него амортизаторов нету, да? Мы с него амортизаторы вытащили. Ну и ладно. Так, посмотрим, заведется, нет? Ну, давай. Он говорит, без аккумулятора заведет его. Что-то я сомневаюсь. Заводи! Что-то тут не то. Yeah. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Работает? Знаешь, что нам не хватало? Ты, придурок, плюс на минус положил. Кабель, конечно. Он на коросу лег. Азо. Немножко там этот коротило и все. Смотри, ты вот эту вот ерунду на минус положил. Олень. И работать будет. Вот как нормально машина работает. С полпинка завелась, а без аккумулятора. Нифига ты, ботаник. Че я тебе сказал? А ты не веришь? Вот я тебе показал. Болтосварка. Че, кто кого перетянет? 4,8 мотор. Он его на задний мост. Да? Порвет как тузик грелку. Мы, короче, сделали американский вариант без амортизаторов. Что-то сзади вообще не прыгает. А, у него сзади есть амортизаторы? То. Мы только передние же у него вытащили. Сзади у него есть. Все, давай в гараж загоняй его. Вот, ребята, последний его заезд в гараж. Вот таким, как он есть. Отсюда он уже выйдет совсем другой. Мы начинаем свой проект. Что мы с него будем делать? Ну, оригинальный он не будет. Что увидите? Он будет как новый, но не оригинальный. Лучше будет нового. Лучше оригинального.
он не останется тем патролом, которым он был с завода придуман. Проект, думаю, что длительный, не меньше года. И дорогой, ну, я думаю, не меньше 15 тысяч. Длительный, ну, год точно, да, наверное, до следующего лета мы будем его ковырять. Наверное, год, да. Да. Что мы с ним сделаем, увидите. Можете писать в комментариях, что бы вы, о чем вы догадываетесь, что с него будет. А? Вот это дробаган. Такой, еще не видели. Такой, наверное, еще никто не видел. Все, последний раз. Давай его видим в таком состоянии и в целом. Че то залез? Я не понял. Ну, просто так. Патрон мне надоел. И эту штуку нашел. Оба-на. Прекращай ерундой страдать. Выше с ним работает. Вот гад, а. Пойдет. Вот гад. Ну-ка, ну, смотри. А. Вообще. Он нафига ты его испортил? Патрола. Ну, вот так же лучше. Вот как тебе лучше? Что ты с него делать будешь? Не знаю, еще что-то придумаем. Да? Да. Давай тогда уже резать до конца, раз начал. Давай. Давай. Сейчас дверь держать. Продолжение съемок. Вот так мы начинали наш первый день, что мы занялись. Да. Разборка этого автомобиля. Посмотрим. Сегодня какое число? 2 июня. Да. 2 июня. 2019 год. Вот это да. Что нам еще принадлежит? Что с этого получится, еще непонятно. Что мы будем? У нас есть эта короса, у нас есть вон там, вон стоит черная короса. Что-то на этой лучше, что-то на той лучше. Будем смотреть, сейчас примеряться, как бы время есть, денег нету. Время будем... тоже не очень есть. Время тоже не очень есть. Не, ну как бы это, времени нету делать, да, но время есть, что он может тут стоять годами. Да, это... Это он может стоять почти годами. Ну, как я планирую, хотелось бы за год успеть. Получится это или нет, неизвестно. Сиденье, как вот вы видите, уже наш ботаник выкрутил. Палас срезал. Блин, дно хорошее, ребята. Блин, жалко резать, а. Ёпрысоты. На монстра бы его поставить. Да не. Вон еще от тирана моторчик стоит. Чё-то никак у меня негры не заберут его. Сиденье, кстати, надо вытащить. Выносим. Давай, и погнали резать. Кому двери нужны, ребята, обращайтесь, есть двери у нас с электроподъемниками. Они работали? Да. Работали, окей. Че, дальше пилим? Давай дальше. Где мои очки? Мне очки нужны. Очки. У тебя видишь, ты очкарик же? У нас очкарика я нет. Так что мне нужны очки. Нулевые, прикинь, я еще в них не варил ни разу.
не флексовал ни разу. Опа. Ну сперва надо посмотреть. Уже поцарапал. Че смотришь? Поптаин махилайтунен. Ты посмотри, а я пока поберю. Не хочется попилить? Не, нету. Поберешь, нет? Резать можешь. Попилить? Ну так. Красава! Мне это уже нравится. А тут надо тоже, наверное, отметить. Угу. Отметить? Давай это как его. А знаешь, что мы просто? Мы просто по линии пойдем, смотри, по этой воде. Да? Смотри, ну как раз 20 метров блин, да? Сига, как там мусор. А где-то? Прямо далеко? Да. А, далеко. Ни хрена там далеко. Так. Понеслась? Нормально пилякает. Да? Ну-ка, я же посмотрю, что это тут мне не нравится. Знаешь, что интересно? А? Я в своей жизни еще ни раз машину не резал. А тут сразу такую легендарную режу. Меня убьют люди. Ты же уже первый гольф резал или нет? Не резал я его. Не? Я вообще не резал первый гольф. Все? Блин, а? Красава. Красава. Ха, блядь, вот так-то. Ты представляешь, какие они крепкие, а, падла? Да. Эти болты. Охренеть, а? Открутить их не открутишь? Отрезать тоже хрен. Давай! Thank you.
нормальный пикап. Мидгаз. О-о.